сейчас отлив. 24-23, четкий, прям пи-пи-пи-пи-пи. Ну-ка. Привет, ребятки. Ребят, привет. Идем копать сейчас на пляж в отеле в Арабских Эмиратах. Вечерний будет, ночной коп. Вот, у нас было много приключений, путешествий. Мы были и в Омане, и на американских горках, в местном Диснейленде, и в Дубае. Сегодня я потерял телефон в такси, случайно выпал из кармана. И мне таксисты его обратно в отель привезли. Вот, мы ждали с Никитой. Ну, все нормально, телефон на месте. И сейчас идем в вечерний коп, покопаем последний коп. Ну и завтра еще, в принципе, я думаю, может быть, у нас будет небольшой коп, потому что мы уезжаем только после 4... после обеда, да. Поэтому, может быть, что заснимем. Все, ребят, смотрим. Утречком мы заснимем, может быть. Ну да, смотрим, не переключаемся и подписываемся на канал. Никита сегодня у нас с Эквиноксом. И тут сигнал. Ну-ка, показывай. Ну-ка, помогай. Да. Я тебе делаю, я еще. Звони. Не, у тебя. А, от банки. Опа, она. Я держу пинпоинтер и скуп, а Никита работает, ребята. Сейчас отлив. 24-23, четкий, прям пи-пи-пи-пи-пи. Ну-ка, давай. Это банка, наверное, давай, смотри. Не, не банка. А, глубокий. В отделение. Ну-ка, позвони. Давай. Где? Вот, и вот здесь, в этом углу. Давай. Ты представляешь, какой четкий сигнал. И не банка, и не это, конечно. Или серебро. Давай. Ставлю. Где? Где? Одно деление вот здесь. Вот здесь? Где-то. Пинпоинте. Вот. Опа. А било просто серебром. Оказалась дверка от машинки. Вот про. Вот, подожди. Находочка! Вот, вот, наушники. Да я верю, я верю. Давай работаем дальше. Это очень маленькое. Сейчас скажу. 10 копеек Украины. Да ладно. Да. И тут Украина. Ха-ха-ха! Украин! Ребята, золото Украины нашли. Ну-ка, давай пинпоинтером. Фигарь пинпоинтером. Сейчас. У тебя включен хоть? Ну. А я проверяю, проверяю, думаю. Ну-ка, может, там, ну-ка, дай-ка я позвоню. На, прыгай. Ага, вот тут вот. Тут выкопал. Опять фигня? Нет. Ну и что-то маленькое. Покажи нам, Никита, что это за фигня, фигулина. Фольга. Фольги кусочка, ребят. Вот из такого маленького кусочка фольги нам пришлось выкупить вот такую ямищу. Ладно, все, давайте еще попробуем. Но высоко. Да вообще высоко, 22. Ну, да банка, скорее всего. Но высоко. Я не верю. Высоко? Я не верю. Ну, уже, наверное, выкопал. Может, язычок. Ну, больно большой сигнал.
И зачем 22 бить? А, нет, я не в ту сторону попал. Давай. Банк 100%. Не верю я в чудеса. Ага, ну вот, видишь, зрителям покажем. Ты прям как будто подложил ее, да, глазами. Подложил глазами. Ладно, давай дальше. О, даже Никита увидел. Ой, еле-еле увидел. Я говорю, где-то здесь. Ушел. Показывай нам. Главное, зрители. Главное, не мы. Монета, что ли, наконец-то? 50 копеек дирхама. 50 дирхама, пол дирхама. Да уж. А бил так хорошо, подожди. Сейчас еще попробуем. Может быть, это, сигнал еще будут. Подожди, ну-ка. Нет, смотри ты. Один так бил. Два рубля. 2 рубля бил как золото. Офигеть, ребята. 2 рубля, Россия. Находочка. Из чего они сделаны? Может, из золота? Из золота. Ну-ка, давай позвоним, посмотрим. Да? Да? Это правда? Это правда, ребята. Опять ерунда. Монета. Показывай нам. 25 ихних дирхам. Вот они, ребята. Ну, поэтому не видно. Никита уже у нас профи. А не, 1 рубль. Я вижу, 1 рубль. О! О, еще что-то нашел, Никита, давай. Это уже глубже. Рядом с ним еще какой-то. Свыкпоп. Язычок. Оно вот так блеснуло, я уж подумал, это оно. Это оно, да. Давай. Оно сильно. Оно, ребята. Коп продолжается. Кусок алюминия. Набил хорошо, 25. Опа. Куда? Крутое. Монета опять, Украина, наверное. Опа! Это интересная монета, подожди. Это, нет, это не Украина, и не это, сейчас скажу. Посмотрим. Сейчас. Золото. 20 центов. Да ладно. Да. Точно. Евроцент, ребята. Рядом с нормально, квадрат. Не зря, не зря. Вот они, видно. Я тоже выходил здесь 20. Еврики. О, бьют, бьют. Реально как золото. Потому что они золото. Золотые евро. Да, да, нет. Даже как я сказал. С каким рисунком? Ух ты, интересно. Ага. Все, отлично, шикардос. Ищем дальше. Да, море прибывает, ребята. Дирхам. Дирхамчик. Ну вот завтра меняем в аэропорту. А вот сверху вот тут. Прям поверхностно что-то такое высокое. Ай, блин. Не вот это вот? А, ребят, кольцо. Не, подожди, это что-то железное. Это какая-то пробка от этого. От не, пилища. Проверь еще раз. Может быть, золотишко, но 11 прям бил. 5 монета. Я вижу, это наша. Опять наша, да? Ну-ка. Да, наша. Рубль, что ли? Рубль. Блин, рубль бьет. Реально как золото, ребята. Рубль. Золотой рубль. Хе-хе, ищем дальше. Это фольга опять. Да, фольга, ребята. Ищем дальше. А, вижу, все. Все, вон, покажем зрителям. Кока-кола. Закапываем, ищем дальше. Прям хороший один сигнал. Ну, это, скорее всего, пробка, конечно. Выкопал. Покажи только зрителям, когда найдешь. Монета опять рубль. Как ты угадываешь? Рубль бьет. Я теперь знаю, как рубль бьет. Рубль, ребята, 11 как золото. Мне кажется, мы не успеем его взять. Должны успеть. Хороший сигнал, на 12 уже перешел.
Это же на один. Не-не-не, далеко. Вот тут вот где-то. Вот все. В середине. Поэтому просеют хорошо. Успеем, как не успеем. Вода прибывает, ребята. Прилив. Но мы должны забрать. Давай, 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 давай. Попробуем. Штука. Уже тут где-то. Ага. Ой, уже увидел пин. А, курва! Ха-ха. Тихо. Давай. Вали. Давай, пин. Тихо. Подожди. Подожди, подожди. Вот он. Вот он, видишь? Ай. Мы должны. Тихо. Нет. Тихо, не торопись. Паниковать не надо. Вот. Вода прибывает, ребята. Ага, вот он. Тут, тут, тут. А, я ноги себе полностью промочил. Да ты что? Да. Покажи зрителям. Обман, это, ребята, все обман. Че, коп, заканчивай, ноги промочил. Еще давай 2 минуты и все. На, пин выключил. Ну ты, блин, ты же сам видел. Сигнал был обалденный. Давай еще пару сигналов и пойдем тогда в номер. Че ж делать? Ноги промочил. Я прям чуть-чуть. Будем заканчивать мы реально коп. Покажем сейчас, наверное, находки. Расскажем маленько вам последний наш выход на... Ага, выкопу, скажи. Выкопу. Ерунда, да? Опять. Что у нас? Язычок. Я такой ящик. Короче, сейчас придем в номер. Покажем находки, то, что нашли. Нашли немного. Тут Никита хорошенько подвыбил пляж. Вот. Ну, короче, как-то так, ребят. Вот. Ну, Никита золото поднял. Вы уже в курсе, да, я в предыдущем видео рассказывал. А не знаю, по очередности, как видео выйдет. Может быть, в этом первый раз вы услышали. Вот. Сейчас еще заканчиваем. Ну, нормально. Короче, можно здесь копать. Пляжи не выбиты. Но копать надо все сигналы. Ага, выкопал. Показываю. Болт хейтерам. Ребята, хейтеры, вам вот такой вот болт. Это для вас, ребята. Беленький. Хейтеры, ловите. Ребят, ну мы все-таки добрались до номера. Никита он уже замерз, сразу нацепил как у одеяла, в одеяло, полотенце. Вот, говорит, холодно. Сейчас пойдет мыться. Находки. Быстро показываем находки. Все, устали. Завтра уезжаем. Вот, смотрите. Еще не кинулся, кто-то ползает. Какой-то маленький. Вот. Короче, нашли машинку. Куча монет. Евроценты. Местные дирхамы. Кучу российской ходячки. Рубли. А также нашли Украину. Мы сейчас покажем Украину. А вот, украинскую монету. Куда же без Украины? Никита нашел вот такой бриллиант огромный, искусственный. Ну и опять он, Никита, выложил. Сейчас я вам расскажу. Я золото в этот раз не нашел. 2 золота у нас поднял Никита. Мы, к сожалению, его не снимали. Ну, а зачем подкладывать сейчас дополнительно, да, и чтобы как будто мы его специально закопали. Получилось так, что не снимали, Никита нашел. Сейчас он быстро вам расскажет. Давай, Никита, рассказывай. Я первое золото, вот эту сережку, нашел в бассейне, когда плавал. Ага, вот видите, сережечка. Так, в бассейне. А вторую, когда... А кольцо? Кольцо я нашел, когда пошел на пляж один, и я с металлоискателем. Я его нашел. Да, ну вот так, ребята. Вот, короче, делаем вывод. В Арабских Эмиратах, правильно говорит серый копатель Марат, копать можно, нужно. Золото прямо лежит у нас под ногами, да, Никит? Но очень много, знаете чего? Вот этих вот, это просто вообще. Ни одной пробки я не нашел, но вот этих миллион. А они бьют очень похоже на золото. Вот, ну что еще сказать? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите наши видосы. И всем счастливо. Да, Никит? А, на Инстаграм подпишитесь. Ну да, на Инстаграм подпишитесь. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
лайки, ну и всем пока. Пока, ребят, все. Всем золото в новом 2020 году. Все, всем пока.